Гиацинты садят в октябре уже по замерзшей почве, когда примерно сантиметра два почва замерзнет. Их садят сантиметров на 15. Следовательно, ямку под посадку необходимо рыть сантиметров на 20. Для того, чтобы засыпать и удобрения, и сделать подушку. Подушку делать обязательно, потому что без подушки гиацинты могут загнить. Вниз лунки я сыплю треть чайной ложки, даже можно четверть, удобрения АВА. Это принципиально важно, потому что именно удобрение АВА поможет вашим гиацинтам лучше перезимовать и будет способствовать более продолжительному цветению по весне. Дальше вниз лунки засыпаю либо вермикулита, либо песка, то есть материал, который будет служить, собственно, подушкой. Это примерно 2 сантиметра. Дальше наша обработанная луковица. Ставлю ее. И сверху засыпаю одеялом. Одеяло примерно сантиметра 3. Вот оно. Оставшееся пространство засыпаю обычной почвой садовой. Место посадки гиацинта, если вы боитесь, что он может вымерзнуть, замульчируйте либо опилками, либо перегноем, чтобы его можно было снять по весне.